Объясните, что вы куда? Ну вот мы приехали в Гомель. Давай, давай. Пока что вышли с автобуса, еще не сориентировались, куда нам идти, но хотим попасть. Крепость. Куда-то в новое место приехали, то сразу Ленке надо кофе и булочку съесть, а потом уже остальное смотреть. Понятно? Как всегда, все нормально. Вот этот каньон красавец. Вот мы пытаемся на ту крепость подняться. А потом будем по каньону реки Цетель. Фортеца Мирабелла. Все, едем в каньон реки Цетель, будем смотреть. Вот расписано, что тут есть в национальном парке этом. Все только пожрать сюда приедут, такую свининку. А вон Ленка села и стол пустой.